Вот, да. Нет, это не наш. Это какой? Здравствуйте, друзья. Good morning, friends. Абхи хам джаре хэ Айодхья джи. Мы едем в город Айодхья. Увидимся в автобусе. Апке сад мулакат хоги бас ме. Пиче бас ме эри кхади хэ. Ор мэ джа ра ху Айодхья джи. Поехали. Вот это наш автобус, который поедет в Горакхпур. Красного света. Джике Тревел. Едем в Айодхья. Сейчас я сижу в автобусе. Слипер класс. Вот так можно полежать здесь. Кондиционер имеется. Вот отсюда кондиционер дует. Автобус индийского производства Ашок Лейленд. Индиан бас хай Ашок Лейленд ки слипер класс. Хоп ке саб куч бадья рахега. Сафар ачча чалега. То чалте хай аге. Айодхья джи хамаре Хам Айодхья джи жане ке лие вейт кар рахе. Скоро будем в пути 1000 километров. 1 ghante ka time jo hai 1000 километров humne cover karna hai. Dekhte kitna distance kaise cover karte hain. Theek hai? Вот так вот немножко, вот я тут сижу, наши вещи. Там можно бутылок поставить воды. Бутылка воды уже была там одна. Ее сарай хэ, летний ка интезам, бохот спешиес хэ. Очень такой широкое место, двухместное я взял. Вот кондиционер, лампочка, лампи хэ, curtains хэ. और कर्टन के साथ यहाँ पे ऐसे बंद भी हो जाता है। Вот организаторы, кондуктор наш, наша обувь внизу. Надеюсь, никто не сопрет. यहाँ देखिए ऐसा सेटअप है। Подушек здесь нету, так что будем куртки сделать, подушки и спать, дрыхнут. Дехи, अब हम चंडीगढ़ से बाहर निकल गए हैं, almost थोड़ा सा रह गया और पंजाब शुरू हो जाएगा. Сейчас мы почти выехали из Чандигара. У нас общей сложности путь будет занимать около 19 часов. हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो है 9-19 घंटे का. मैं поедем в сторону Дели, через Дели попадем в штат Уттар Прадеш, а там как раз есть город Айодхья. हम दिल्ली से क्रॉस करते हुए नोएडा की तरफ जाएंगे, वहां उत्तर प्रदेश स्टेट पर हम घुस जाएंगे और वहां पर अयोध्या जी हैं, अयोध्या धाम वहां पर पहुंचेंगे. Estimated time है सुबह का 7:30 बजे. Приблизительно завтра утром где-то 7:30 мы прибудем. Видите, мы где-то через деревню едем, объезжаем баррикады полицейских, которые сделали на шоссе между Чандигаром и Дели. Это где-то регион Амбала, где фермеры протестуют. Дехи, бай лого, фармер ке протест ки вже се хаме байпас карна падра хе Амбала ко. То ис жаге пе джам лага хе, аге трак вара хе, мен никал ке гая та, деха та. То е вали бат хе. То бохот ачхи бат хе ке ек альтернатив рут хе, бат кхаде хе яхан пар. जगह का नाम मैं अभी बताता हूँ, गांव मलिकपुर जिला मोहाली. तो ये मोहाली जिला है, तो इट मीन्स ये पंजाब में हुआ. तो ये सब नज़ारे हैं, देख लीजिए. उस पछती चौम में वेचर नचना आम पुचका गरीत. देखिए पिंडों के बीच में से, मतलब गांव के बीच में से निकल रही है हमारी बस.
और हो सकता है आप जीटी रोड पे निकले, बाईपास कर लिया है शायद जो बैरिकेड्स हैं उसको, बरिका दे नगर नौजम में अब ये खली ये वो चास नगर ने विजयत बुजम ना शस्से прямо к Дели, там будет дороги ровные, красивые. Проезжаем платную дорогу. Окна запотели, кондиционер работает. И таким он толь плаза всего Николяя. Техническая обстановка. Мы остановились для туалета. Вот еще. ये नाश पिलोट क्या हो गया भाई? भूल गया ये बॉटल पर रुक गई आधी घंटे बाद में बहुत मजे से स्टार вот наше место. Сейчас наш автобус остановился для того, чтобы люди могли принять пищу. Хана хане ке ли бас руки муртальме. То я вам его дхаба дикатау. Вот наш автобус. Маленький ремонт, если нужен автобусов. Вот такая даба. Вот здесь сидит водитель. Вот такой у нас автомобиль. Очень комфортабельно едет. Спокойно, не спеша. Вот такой у них придорожное кафе, тут меню, все вегетарианское, в Муртале вегетарианская еда, чипсы везде, везде есть, аквариум. Рыбки. Здесь можно посидеть, поесть. Здесь в этих кулерах вода, которая бесплатна. Смотрите, как красиво. Очень красивые тут картинки такие. Вот очабна рака. Ну вот, देखिए कितना अच्छा ढाबा है ये. और ये इनके वर्कर है खुश हो रहे हैं. Дани радуется. Вы где всегда увидите улыбающих людей. Хамеша ты рате. नहीं मैं नेपाली नहीं हूँ, नहीं मैं हिंदू हूँ. Вот такие рыбки хорошие. Пойдем, я покажу вам автобус наш изнутри, пока никого нету. ये देखिए बस जो है ना अंदर से ये है автобус производства Ashok Leyland, это индийское производство. Вот такой бог Шива. Вот тут весь уют, одеяло, один водитель спит наверху, а другой водит. Вот так выглядит. Ну и там у нас такое вот, где внизу сидячие места, а наверху можно поспать. Двухместный слева, одноместный справа. Остановка на 20 минут. Мы уже 10 минут точно отдыхаем. 20 минут стоп кахе аж. Аби инхоне батая. То 10 минут то оге. Дейхте китна ор тайм лагега. Хамне самоса хали е. 25 रुपए का एक समोसा है, या सीएल अदनो समसु 25 रुपए. Стоит вон там готовят. Вон там сзади. Вот Гульшан Даба.
Бог Ханумана и Бог Шива. И храм. Джай Хануман, Гьян Гун Сагар, Джай Кабир Ти Гуру. Ом Нама Шивая. Вот они напротив Гулшиндхаба и остановили. Там очень много машин. Мне бы туда хотелось, но перейти дорогу невозможно. Удар жане ка дил кар ра та, магар вахан пар ja nahi sake. Чало, кой бат не, чалте хе аге. Ночная поездка хорошая, все,
Все мы спим. Попросил его, чтобы он сыграл эту мелодию. Слегка туманно, видите? Туманно. Вот уже туман начался красиво так. Дехи, мене худи инко бола та, ке я хорн бажа ке дикхай, китни, китна пьяра хорн е. Ор дхунд а гай е. Это утренний туман. Это не смог. Молодец, вообще хорошо. बहुत प्यारी रोड है और बहुत अच्छे ड्राइवर हैं हॉकिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं प्यार से चल रहे हैं रात के टाइम में करस्नो रिजीम водитель очень хорошо соблюдает ड्राइवर जो है बहुत अपना स्पीड लिमिट पूरा रख रहे हैं ताकि हमारी सेफ्टी रहे भगवान शंकर भगवान की भी मूर्ति रखी हुई है ओम ओम नमः शिवाय он молодец вообще. Вот, вот такие водители заслуживают уважения, которые берегут своих пассажиров. А апка шубнам кя е? Нариндар? Хамаре драйвер сахаб ка нам е Нариндар. Его зовут Нариндар. Молодец. Так держай. Я его разговорами поддерживаю, а то все спят. А он один только не спит. Я его батл се кар раха ху, кьюки саб со рэ е, сирф мере ор унке илава. Ачча лагта е. Thank you.
туалет только для девушек, вон там розового цвета.